Пассажиропоток в аэропорту Мирного ежегодно увеличивается. Справляется ли авиапредприятие с таким количеством людей? Нужно ли Мирному новое здание аэровокзала? И что делает руководство авиапредприятия, чтобы сделать вылет пассажиров более комфортным? На эти вопросы искала ответы Иванна Филиппова. Через аэропорт города Мирный в день проходит около 1000 пассажиров. Как показывает статистика, с каждым годом число пользующихся авиауслугами предприятия растет. У нас уже сформированы показатели за 6 месяцев текущего года. В целом, надо сказать, что производственные показатели предприятия выполняет. Ну, можно сказать, что по отправке и прибытию пассажиров, допустим, с фактом 2016 года за такой же период, у нас план сегодня составляет, факт, точнее, составляет 110% выполнения. Приоритетными задачами остаются повышение качества обслуживания пассажиров и их комфорта. И в этом им помогает акционерная компания «Алроса». Недавно обновили багажный павильон, поставили новый транспортер карусельного типа. Увеличилась скорость подачи багажа, пассажирам стало удобнее подходить к ленте. Буквально несколько минут вы получили багаж. Удобно, неудобно, нравится, не нравится? Да, удобно, все сразу, все, в принципе, организовано, все. Теперь регистрироваться на рейс станет удобнее. В аэропорту установят современную систему регистрации. По словам сотрудников предприятия, это позволит обслуживать пассажиров быстрее. Для нового оборудования уже нашли место. Основной зал аэровокзала расширят за счет реконструкции стоек регистрации. Масштабные работы начнут уже в этом году. Если такие ленты натянут, будет здорово, мне кажется, будет много воздуха, будет много кислорода. Вот сейчас чувствуете, да, дышать очень тяжело, люди нервничают, кислород погасит. А так вообще будет здорово, конечно, без перегородок, места будет много. Будет хорошо, будет комфортно, надо стремиться к лучшему. Здание аэровокзала было построено в 1974 году. В последующие 50 лет население города выросло почти в 5 раз. Не секрет, что назрела необходимость строительства нового аэропорта и взлетно-посадочной полосы. Конечно, городу новое здание аэропорта, аэровокзала нужно. Кроме того, полоса у нас уже, ну как бы, скажем так, правдой нам отслужила свой срок, поэтому здесь вопрос стоит, значит, по полосе. И в целом комплекс на этот вопрос сегодня руководством акционерной компании по реконструкции аэровокзального и аэродромного комплекса фонд решается. Мирнинский аэропорт отвечает всем современным требованиям. Готов круглосуточно обслуживать самолеты. Работники предприятия делают все для того, чтобы пассажиры остались довольны качеством обслуживания. И это им удается. Иванна Филиппова, Тамара Бессмертная, Артур Голиков, Тимур Шерижик, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».